В Чувашии прошли соревнования по одному из самых непредсказуемых и зрелищных видов спорта – триатлону. Он достаточно популярен в Европе, а в России только набирает обороты. Местом проведения чемпионата и первенства Чувашии стал лагерь «Белые камни» в Мариинско-Посадском районе. О сильных и выносливых расскажет Рифат Фаткулин. Бег, заплыв в открытой воде и велогонка. Самые отважные жители Чувашии решились на непростое тройное испытание. 750 метров плавь. Здесь не важен стиль, главное прийти первым и сохранить силы. Ведь впереди еще две дисциплины. Параллельно с сильнейшими триатлонистами Чувашии состязаются и юниоры. Когда стоишь на старте, уже без разницы, какая температура воды, потому что волнение, плывешь просто, лишь бы доплыть. Триатлон нравится тем, что здесь нужна выносливость. Триатлон – это вид спорта мужественный, нужно терпеть, работать, тренироваться. На старт! Следующий этап – велозаезд на 4 километра для юных спортсменов и 20 для взрослых. После – бег. Вот здесь и разворачивается настоящая спортивная интрига. Водный отрезок хоть и определяет промежуточных лидеров, но пересаживаясь на велосипед, они могут выбыть из борьбы за медали. В соревнованиях принимают участие более 80 спортсменов из разных районов. Чебоксары, Новочебоксарск – более 10 районов. В этих соревнованиях принимают участие, кроме наших спортсменов, ну и любители тоже. Они возрастные, выступают в своих возрастных категориях. Триатлон развивается. Триатлон сейчас во многих районах группы есть, в том числе в Чебоксарах, Новочебоксарске. И буквально в этом году открыли отделение триатлона в Лапсарах. Один вид спорта сменяет другой. В этом зрелищность триатлона. Для победы мало просто хорошей физической подготовки. Здесь нужна максимальная самоотдача во всех видах состязаний. Рифат Фаткулин, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика.